день, дамы и господа! Вас приветствует Кассандра, потомственная гадалка и прародительница в седьмом поколении. Эту водицу заговорила моя бабка еще в 90-е от телевизора. И сегодня я здесь, чтобы зарядить всех вас жизненной энергией воды. Да врет она все! Ты встань! Встань! Выключи уже свою инстасамку! Откуда вы знаете? Вы что, правда гадалка? Ну, конечно, гадалка, дорогой. Какой толк мне врать? Ну, вообще, ты к наушникам не подключился. Теперь ты встань! Встань! Хочешь, я прямо сейчас просканирую твое энергетическое поле и угадаю, что звучит у тебя в голове? Ну, ты в черных ботинках и в черном... Свитеречки-чки-чки. Значит, ты у нас такая темная львица, да? Любишь черное, значит, ты слушаешь тяжелый рок. Включай теперь всем, чтобы они все узнали, что я была права, и песня именно та. О, мама, ландыши, ландыши, тюльпаны, ландыши, первые майцы. Фу! Люди, смотрите, она мошенница, я говорил вам. Здравствуйте, Кассандра. Я приехал к вам из далекого Владивостока. Только вы можете мне помочь. Дорогая, погадайте мне, пожалуйста, на кофейной гуще на мое будущее. Что меня ждет? Давай, дорогая, погадаю. Все тебе расскажу, давай. Дай водицу, дорогая, давай. Чувствую вкус жареной курочки, пару яичек вареных и доширака. Плацкартом ты ко мне ехала, да, дорогая? О, боже, вы правы. Ну, конечно, милая, конечно, я права. А жизнь у тебя будет тяжелая, но интересная. Муж будет, но не шибко умный такой, заторможенный немножко, но счастлива ты с ним будешь. А кофе невкусный, не покупай этот больше. Ой, спасибо большое. Дай бог вам здоровья. Ну и бредятина. Здравствуйте, я Елизавета, мне 20 лет. У меня насущная проблема. Я дикий шопоголик, и мне нужна последняя сумочка Dior. Но из-за санкций я вообще нигде не могу ее найти. Да, вижу, милая. Проблема у тебя и правда насущная. Ну, помогу я тебе, помогу. Елизавета, Елизавета, Елизавета. Сумочка твоя в Новосибирской области. Кыштывсковский. Что? Кыштовский район, что не услышала, что ли? Деревня Колбаса. И не надо смеяться, я б на твоем месте вообще не смеялась. Такое правда существует. А сумочка там твоя, последний экземпляр остался. Ждет тебя там. Кассандрочка, спасибо. Я вообще не верю во всех этих гадалок. Но жена пилит, покою не дает, да в танки играть не дает. Короче, проблема у меня такая. Деньги спрятал, не помню куда. Помогите, а? Вижу, проблема у тебя и правда насущная. Но я попробую. Вокруг тебя поле такое, тяжелое, энергетическое. В танки меньше играй. А денежки твои в Твери. Вижу, улица Колотушкина, дом 15. Подъезд третий. Вот зайдешь, там будет лифт. В него не заходи. На второй этаж поднимись, и от лифта слева будет красная такая дверь обшарпанная. Там денежки спрятаны. Так я там не живу. Ты у меня спросил, где деньги спрятаны? Я ответила, в чем проблема? А мои деньги где? У жены шуба норковая есть? Ну, есть. Ну, так там ищи. Здравствуйте, Кассандра, я к вам ехала с севера. Вот хотела к вам попасть на консультацию, но вы проморозились, а потом сказали, что она 10 тысяч стоит. Я поэтому очень рада, что к вам попала на это шоу бесплатно. Я привезла все, что нужно. Вот полынь, влюбите его в меня, пожалуйста. Ой, помогу я тебе, конечно. Что ж еще делать-то? Полынь цвети, любовь северянке принеси.
Пусть будет все у нее отлично, ведь быть одинокой на севере неприлично. Пусть будет так, и муж у нее будет Ишак. Что вы наделали? Отворот! Быстро делайте отворот! Отворот заклинаю, северянку одинокой оставляю. Скажите, пожалуйста, когда я встречу свою любовь? Ну, энергетическое поле у тебя доброе, так что скоро ты встретишь свою любовь, скоро, скоро. Кассандра! Ой, бежали к вам очень долго, запыхались. Послушайте, проблема, беда. Сын, красавец, Аполлон, умный, красивый, вас смотрите, жених. Они женаты до сих пор, вы понимаете? Достойных нет. Проблема надо решать. Помогите нам, а? Ну, я, конечно, готова вам помочь, конечно же. Давай, дорогой, ручку, давай, погадаю. Вижу, любовная линия у тебя длинная. Жена будет любить-любить. И омлеты такие вкусные готовить. Ну, просто... Муа! А девушка, которая там судьбу искала, подойдите, пожалуйста. Иди сюда, не бойся, иди сюда. Омлеты готовить умеешь? Да. Ну вот и все. Счастья вам, да, любви. Народ, ну что вы ее слушаете в конце концов? Ну посмотрите, ну она же шарлатанка. Вот, сами гляньте, у нее даже березовый сок вместо воды. Так камеру вырубайте, неправда это все. А что это ты говоришь, камеру вырубать? Пусть люди посмотрят, с кем имеют дело. Валера, мы с тобой уже 5 лет в разводе, когда ты уже перестанешь за мной таскаться и мне репутацию портить. Я хочу показать людям, чтобы они знали, кто ты. Мы это знаем, она нам заплатила ведь.